И вот, наконец, когда шум затих, принц сказал людям: «Все, что они строят и что они еще потом построят, что они делают и что они будут делать, это иллюзия и подлый обман. Что они думают и что они еще будут думать, смешно. Они думают, потому что они боятся, а тот, кто боится, ничего не знает. Он сказал, что ему нравится, когда все рушится, руины вместо зданий. Страсть к разрушению неумолимая, смертельная. Мы не видели, на что направить нашу ненависть и отчаяние, поэтому бросались на все с дикой яростью. Мы рушили магазины, выбрасывали и топтали все, что могли сдвинуть. А что не могли, ломали балками и металлическими прутами. Мы переворачивали машины на улицах, отрывали вывески, разрушили телефонную станцию, потому что внутри горел свет. Изнасиловали двух девушек на почте и остановились только, когда они потеряли сознание. Как две использованные тряпки, безжизненные, сжав руки между коленями, они соскользнули с окровавленного стола.